Modern Russia is a place where cultures meet. Here you can find a corner of an Azerbaijani poet. Students from overseas celebrating their graduation on the Red Square, and of course, Muslims. Здравствуйте, меня зовут Болот. Я мусульманин. В мечеть ходите? Да, я приехал из Кыргызстана. Приехал сюда по работе. Работаю я здесь уже около года. Инспектор по охране труда в турецкой компании. Turns out for many qualified workers, Russia seems like a better place, and not only in economic terms, in comparison to their own countries. Я закончил факультет международных отношений по направлению корейского языка. Все дело в том, что после завершения учебы многие выпускники не могут найти подходящую работу, ну или работу просто по профессии, так как у нас развито кумовство, коррупция и маленькие зарплаты всему виной. Здесь, конечно же, лучше намного свобода, отношения людей, уважение прав. Никто не интересуется, что ты делаешь, как здесь живешь. Главное вести себя подобающе, уважать законы и все. Good education is still something that opens the doors to any culture. By Оксана Коткина, for Surviving Life.